скачать Minecraft Podgov Launcher на телефон в 2022 году без лицензии. По ссылке в описании я скину файл, в котором будет сам Podgov Launcher. Сейчас я тут все замажу, абсолютно все. Вот заходим в download и скачиваем APK debug. Теперь нажимаем установить. Теперь нажимаем на установить. Ждем. Диспетчер телефона. Так. Он спрашивает, разрешить установку из этого источника. Мы должны нажать разрешить. Теперь все готово. Нажимаем на открыть. Разрешаем. Так, идет. Ждем, пока загрузится вот эта вот загрузка. Надолго грузится. Вот. До конца. Ждем. И вот у нас появляется эта менюшка. Всем знаменитая. Сейчас я вам все покажу. Вот там, где написано email или имя пользователя. Тут мы пишем наш ник. А теперь нажимаем заполнить меня и войти как офлайн учетная запись. И все. Так, мы уже близко к цели. Теперь надо нажать на настройки. Теперь выделяем оперативную память. Я выделяю 300 мегабайт. Или даже да, 6. Короче, поставлю так вот. Вы можете как хотите. Теперь скачиваем версию. Я скачаю для начала 1.7.10. Кнопку скип не нажимайте. Никогда это сломает игру. Так, запустился. У нас Minecraft запустился. Все грузится. Грузится и грузится. Вот, я мышку даже включу, мы можем пошевелить ей. И вот, Mojang. Как мы видим, все работает. Сейчас загрузится. Вот, да, как мы видим, у нас все работает. И для начала надо настроить игру. Смотрите, что надо делать. Заходим в Options.
Видео со Зинкс. Тут у нас уже на минимум стоит. Блин. Лавч. Маленький получается тут у нас. Full screen. Вот. Все. Я убрал full screen. Но как-то крилось получается. Сейчас на это сделать. Вот. Ну, пусть так будет. И язык. Просто так вот берем. И ставим вниз. Ищем русский. Нет, это польский. Тут их довольно много. Так. Блин. Ничего не вижу. Ну, сейчас тогда делаю кое-что. Лавч сделаю. Теперь вот язык. И так будет быстрее. Вот он, русский, Россия. Нажимаю кнопочкой. Вот у нас кодится. Все, типа у нас Майнкрафт на русском языке. Запись идет вообще. Тогда запись идет. Давайте пробуем мир. Родной мир. Творческий. Плоский. Удалю слой. Читы включу. И создаем мир. Так, и я загрузился. Вот, я могу в инвентарь зайти, блоки посмотреть. Вот могу сами эти блоки поломать. В принципе, записью уменьшается довольно много FPS. Ну а так, разрешение я еще снизил в настройках. Есть такие баги. У них плевать, можно пофиксить все. И еще можно FPS пофиксить оптимизирующими модами. О боже. Ладно. Спасибо за просмотр, ребят. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!